до конца голосования еще 2 недели, ситуация может поменяться кардинально. Поэтому люди активно голосуют по всем территориям. За каждой зоной, за каждым местом закреплены тоже кураторы, которые у себя в своих социальных сетях размещают какие-то публикации, объявления. Каждый сам рекламирует свою зону. Всего их 7. Напомним, это сквер Гидролизный, сквер Землянка, центральная аллея в микрорайоне Солнечный, сквер Предмостный, сквер возле Каннского краеведческого музея, территория набережной реки Кан, сквер Юбилейный. Голосование стартовало 26 апреля и продлится до конца мая на единой общероссийской платформе. Для тех, кто не имеет возможности выйти в интернет и сделать свой выбор, на улицах Каннска работают волонтеры. 16:00 ежедневно они выходят на 4 площадки в районе торгового центра Порт-Артур, Политехнического колледжа, Молодежного центра и Краеведческого музея.